вещей, которые я даже не ожидала услышать. Я сюда собиралась, да, я начиталась много, я видела там материалы все, посмотрела, значит, слышала, какие есть проблемные вопросы и так далее. Но я никак не ожидала, что вот такое количество охотников, которые здесь собрались сегодня в этом зале, и такое отрицательное общее бытует вот такое вот мнение, невосприятие этого человека на самом деле. Конечно, все это будет доведено до сведения губернатора. Он сегодня состоит в трудовых отношениях с нами, с Министерством природных ресурсов, я имею в виду Данилова. С ним заключен договор, он еще действует, этот договор работает. Поэтому по приезду сегодня мы сделаем ряд запросов, те, которые необходимы для того, чтобы разобраться окончательно по этому вопросу. Например, я впервые слышу о том, что у него такое вот количество угодий, которое вот занято, и занято вот официально, неофициально, мы еще будем разбираться по этому поводу, были отводы или нет, либо это самовольное вот такое распоряжение земельным участком и так далее. Конечно, вот по этому вопросу мы будем разбираться, и какие-то у нас будут вынесены по этому поводу решения. Значит, что касается основного вопроса... Надо было его пригласить, чтобы он послушал. Нет, хочу специально вам сказать, я принципиально не стала сюда приглашать его. Я вам объясню, почему. Если бы он сегодня здесь был и присутствовал, у нас бы такого разговора с вами не получилось. Почему? Не получилось. Поэтому я специально приехала сюда для того, чтобы послушать вас, вашу сторону по этому вопросу. Одним словом. Вы скоро узнаете о результатах сегодняшнего пребывания и о результатах рассмотрения сегодняшнего вопроса. Значит, либо через главу, либо через наше Министерство природных ресурсов. У вас здесь есть ряд еще тех вопросов, которые нужно принципиально решать в части взаимодействия нашего Министерства природных ресурсов с вами, с охотниками, разъяснения каких-то там документов. По территориям нужно разбираться, по охотугодиям нужно разбираться, там, по границам и так далее. Вот эти вопросы в рабочем порядке вы все посмотрите отдельно. Но я так понимаю, что вас интересует самый главный вопрос, это о дальнейшем пребывании Данилова на своем месте работы. Поэтому вот этот вопрос я буду докладывать губернатору, и вы очень скоро узнаете, каким образом мы закончим вот по самому главному вопросу. Вам придет либо письменный ответ сюда, либо мы просто позвоним, скажем, но одним словом вы об этом узнаете. Поэтому спасибо за сегодняшнюю встречу. Я была рада.